birthday! Итак, всем привет! С вами канал Cats LPS и Пестролистая. Сегодня не очень обычное видео на нашем канале. Нет, это не видеообращение. Это поздравление с днем рождения. В принципе, я могла его добавить в рубрику «Новости Cats LPS», но я считаю, что это поздравление достойно большего и что его можно поместить в отдельное видео. И, собственно, кого же мы поздравляем? Мы поздравляем киллера, да. Да, нашего любимого киллера Машу. У нее завтра, 23 сентября, день рождения. Собственно, снимаю я 22 сентября, как вы поняли. Конечно, эти же слова я и скажу и в школе завтра, и потом в пятницу, когда она пригласила всех-всех-всех к себе домой. Но я бы хотела сказать ей еще это через это видео, чтобы потом она долго вспоминала это день рождения. Дорогая Маша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, хороших друзей, хорошей жизни, хороших оценок, удачи. В общем, всего-всего и самого-самого. А также, чтобы даже в сильные морозы у ног твоих лежали розы. Стихотворение не мое, я не помню, откуда я взяла эти две строчки. Но, в принципе, я поздравляю тебя, Маша, от всего сердца. Желаю тебе, как я уже сказала, всего самого наилучшего. Надеюсь, что мы с тобой навсегда останемся друзьями. И если я тебя чем-то огорчила, то, пожалуйста, прости меня, и вину я постараюсь искупить. Ты же очень хороший друг и надежный, верный. Ты можешь всегда помочь. Спасибо тебе за то, что ты такая. И спасибо тебе большое за все. Ну а теперь тем, кто просматривает это видео. Если вы есть на Ютубе, то, пожалуйста, напишите в комментариях поздравления для киллера. Она будет очень рада их прочитать. Она обязательно отблагодарит вас. Ведь, наверное, это очень рада осознавать, что ты не зря стараешься. И что кто-то просматривает твои видео и желает тебе всего очень хорошего. Так что, пожалуйста, напишите в комментарии, если вы хотите сделать добро нашему киллеру. Ну, а я думаю, что завтра у Маши будет самый лучший день рождения. И поэтому жду не дождусь завтрашнего дня. Ну а вы не забудьте написать в комментариях свои поздравления. Паса, простите, пожалуйста, просто я не самый хороший мастер слова и не очень хорошо придумываю поздравления. Если вы тоже не очень хороший мастер слова, но хотите написать поздравление, то можете просто написать «С днем рождения, киллер, Маша». О, если вы вообще торопитесь, вообще не можете ничего придумать, вообще не можете ничего написать другого, но хотите что-нибудь такое быстрое, короткое, то напишите просто с ДР. Ну, не забудьте написать, что это вы киллеру или Маша, как хотите, короче. Ну, а я со всеми прощаюсь. Пока я делаю уроки. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Пою я не очень хорошо.